Всем добрый день. Сегодня у нас обзорчик вот машинки для стрижки Moser 1400. Второго года его купил. Ну тогда 2 месяца назад, чуть побольше. Еще хочу обратить ваше внимание, вот Made in Germany здесь написано. Ну и везде, в принципе. Так стоит. Насадочка такая идет к ней. Вот. Одна насадочка. Нерегулируемая. 6 мм, наверное. Или 3, скорее всего. Нет, 6 мм. А этот другой. Нет, это. С ней идет вот 3 мм насадочка. Найдет. Вот здесь если видно, а здесь прям выбито, как выгравировано. Made in Germany на подошве. Есть такую же цену. Тоже Moser 1400. Мы произведены в Китае, так что обратите внимание, какой там металл, уже качество. Цена такая же, в принципе. Но там еще регулируемая насадочка идет. Там 6 на 18 мм, 16 регулируется. Здесь такой насадочки нет. Но качество здесь чисто германское. Я думаю, что обратите на это внимание. Есть за эту же цену с насадкой китайская. Сколько она поработает, ну сейчас, конечно, вот, что с теми, что раньше машинки было небо и земля, как же рассказала, она стрижет изумительно. Насколько ей хватит, время покажет. До этого была вот такая машинка Scarlett. Работала она где-то в среднем 10 лет. Так казалось, вроде долго. Если учесть, что пользуюсь ты раз 10 раз в год. Это если салон взять, то на 10 дней хватит. Вот так вот дома на 10 лет и хватило. Уже там последний год, конечно, не очень стал стричь. Вот Ларис, брали вот такая еще. Ларис вообще не постригла, ничего ни разу. Самые новые. Ничего, она машинка себя не оправдала. Так, легкая она вроде как. У нее вот даже вот, видно регулировка ножи. Вот идут. Не становится в кривь просто. Регулировка есть, но ходит вот так вот. В общем, машинка не стрижет. Но это вот Moser профессиональная, написано. Характеристика профессиональная. Стрижет новый, по крайней мере, изумительно. Вот все, пока. Всего хорошего. До свидания.